Пан Юрій – колишній військовий. Сьогодні він переймається якістю бронежилетів, які йдуть з тилу на схід українській армії. Коли в повному обвісі, це 20 кілограм бронежилет плюс повний обвіс, боєць пригає, це гарантовано на нерівну почву. Это гарантированные вывихи, разрывы связок и так далее. То есть боец выбывает из строя. Как долго и быстро человек пробежит под огнем, змейкой, когда на тебе столько веса. Говорить, якщо бронежилет доводиться купляти самотужки, треба звернути увагу на його характеристики. При покупке бронежилета обращайте внимание на класс. Первое, это не ниже 4. Второе, вес, он должен быть до 10-11 килограмм на сегодняшний день. Не больше. Третье. Вынимаем бронеплиту. Бронеплита должна состоять из обязательно антирикошетного покрытия. Первое. Вот оно. Здесь в данном случае, как я вижу, применен баллистический пластик. Далее внутри сама бронеплита. Ну и демпфер. Это для того, чтобы гасить силу удара, кинетическую силу удара. Важливою частиною бронеплити є антирикошетне покриття. 70% поражения человека идет осколочно-шрапнельным или рикошетным материалом. Пуля, которая бьет в плиту под каким-то углом, она уходит в сторону и начинает и поражает либо руку, либо ногу, или вниз она уходит, вот, либо голову, шею. Це натівський бронежилет чеського виробництва. Він кращий за усе, що мають наші армійці, бо має максимальну ступінь захисту. І в даному випадку у бойця захищена якраз шея, підборок, голова. Тепер, Андрій, прийміть, будь ласка, стойку. Да, бойца на передвижении. Вот. Вы видите, что когда идет обстрел, то выступающие части это плечи. И здесь они тоже защищены многослойным кевларом. За статутом Збройних сил України, що фактично повторює радянський документ 1961 року, для солдатів бронежилети не передбачені. Тому сьогодні, коли йде процес формування нової армії, фахівці-ентузіасти почали виготовляти бронежилети по всій Україні. Суми не стали винятком. Об'єми, які випускають три производителя сертифіцированих в Україні, вони крайне недостатні. І, чесно говоря, як дзвонять ребята, які отримали вже на сьогоднішній момент ці бронежилети, не завжди відповідають тим показателям, за которые они сертифицированы. Возможно, это просто поток. Это украинский сумской бронежилет, так сказать, более легкого варианта, более дешевый вариант. И вот то, что можно нам гордиться, это бронежилет, сделанный по типу английского мультикама, предназначенный он, ну, прошу прощения, подсмотрели, он сделан для подразделений, которые участвовали в Афганистане и Ираке. Пан Андрій демонструє ще один бронежилет, який пройшов випробування Майданом. Але у справжньому бою він не врятує. Это бронежилет практически боевой. Я с ним прошел Майдан. Называется милицейский, там, второго класса защиты. Тонкая, до 2 мм плита. Кевлар отсутствует, и вот то, о чем я говорил, я их называю маечка, то бишь минимальная защита плечевого пояса, а вы извините, практически в бою у тебя остается вот верхняя часть груди, шея практически открыта. Он может выдержать камень, палку, нож, возможно, пулю. Меня попадали в этом бронежилете картечью. Это самое, которое резиновыми пулями, это да, без вопросов он держит. Но я прекрасно понимаю, что минимальный патрон АКМ-5,45, даже самый обыкновенный, то бишь стандартный, это меня не спасет. Окрім захисту, необхідні в бою навички. Сумчан, що мають бажання пройти курс молодого бійця, запрошують до тренувального табору під Києвом. Использован старый детский лагерь, на его базе осваиваются методы ведения борьбы в городе.
Также, соответственно, вокруг лес, методы ведения борьбы как партизанской, так и диверсионной в лесной зоне, то бишь в зеленке. Я приглашаю, опять же, по тем же телефонам 095-207-41-48. Я комплектую группы, которые могут пройти обучение в этой школе. Это абсолютно бесплатно. Абсолютно инструктора там достаточно высокого уровня, они, начиная от падения на землю и заканчивая тактикой передвижения в городе. Після проходження курсів не обов'язково записуватись до війська, кажуть ініціатори навчань. Сумщина – край прикордонний, тому усі мають готувати себе до будь-яких несподіванок з боку сусідів. Ігор Стрільцов, Руслан Павлов, АТВ.